Добрый день, дорогие зрительницы моего канала «Домашний очаг с Мариной». Сегодня я продолжаю вам давать видеозадания для работы в вашем доме. И у нас сегодня мы продолжаем зона спальни. 17 марта 2016 года. Пожалуйста, я предлагаю вам обратить внимание в зоне спальни все, что касается мягкого, приятного и пушистого. Это ваша постель, ваша кровать, диван, пуфики, подушечки, которые вас окружают. Обратите сегодня внимание и на зону окна, шторы, ночное белье, обратите внимание. Все, что создает нам такой приятный комфорт и уют. Я предлагаю вам сегодня обратить внимание прежде всего на постельное белье, на котором вы спите. В каждой семье принято по-разному менять белье, с учетом здоровья человека, с учетом традиций. Всегда понимаем, что постельное белье всегда должно быть очень чистое, ароматное и соответствовать вашему отдыху. Мне бы очень много хотелось слов рассказать о цветовой гамме для постельного белья. Ну, может быть, у нас будет немножко больше времени позже, и я уделю внимание видео. Мы с вами поговорим о постельном белье. Но у меня уже есть много видеобесед для вас. Посмотрите в плейлисте беседы. Как раз мы там с вами говорили и о ночном белье женщины, и о постельном белье. Поэтому, пожалуйста, вернитесь на эти видео. Сегодня я вам предлагаю сменить постельное белье. Может быть, пропылесосить кровать или диван, где вы спите. Посмотрите подушки, в каком у вас качестве и состоянии, не пришло ли время поменять. И сегодня, если вы зритель моего канала только недавно, то обратите внимание на зону окна, на шторы. В феврале месяце мы с вами производили стирку штор и гордин. Если вы только присоединились, пожалуйста, или постирайте свои шторы и гордины, или хотя бы пропылесосьте. Обратите внимание на карниз, сделайте влажную уборку очень аккуратно. И сегодняшний день я бы очень хотела посвятить, чтобы вы задумались, какое у вас ночное белье, ну и, конечно, у всех членов вашей семьи. Вот такое сегодня, ну, мне кажется, очень приятное задание я приготовила для вас на 17 марта 2016 года. Спасибо, что вы были со мной. Все мои советы и видеозадания приготовлены для вас, для того, чтобы помочь вам прежде всего организовать себя и свой дом и быт.